месяц спрятался за крышей. В тишине шаги звенят, может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна набегают на зарю. Неужели непонятно, что я в песне говорю? Облаков вечерних пятна набегают на зарю. Неужели непонятно, что я в песне говорю? Подобрать так трудно сразу подходящие слова, потому что я ни разу никому их не сказал. Месяц крыш зарю снимает и спускается с небес. Эта песня, понимаешь, посвящается тебе. Месяц крыш зарю снимает и спускается с небес. Эта песня, понимаешь, посвящается тебе. Облаков вечерних пятна набегают на зарю. Неужели непонятно? Что я в песне говорю? От веры в себя, да в Бога,
И значит, остались только иллюзия и дорога. Мы пристанищами мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. На стихи Афанасия Фета «Колыбельная». Я думаю, что первую песню можно и не объявлять. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит между людьми. Надежды маленький оркестрик
под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Пробит, труба помята, погод, как старый посох, стер. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен и в вечном сговоре с людьми. Надежды под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Арон Круп, многие знают эту песню «Заморозки». И вот, знаете, в давние года, когда мы только начинали, что ли, и мы не пели своих песен, просто как-то никогда не было желания, что вот мы трое, дескать, просто вот рупор собственного творчества. Как-то об этом речь не шла. Масса песен, которые писали другие люди. Я один пел свое, вот Ирина немножко пела свое, Валя свое немножко пел. А вместе вот как-то вот не сходились мы ни на одну песню из своих. Ну и вот, зато в чужих песнях, вот вы знаете, удавалось иногда расслышать такое, что сами авторы потом отказывались от собственной песни в нашем особенном исполнении. Да, ну вот, правда, Арон Круп эту нашу песню не застал, но мы были участниками грандиозного скандала в свое время в городе Минске, который нам закатило его. Значит, жена, Надя, вот, надо же, так сказать, совпадение, за вот эту песню. Потом прошло много лет, и, встречаясь уже на каком-то фестивале с ней же, она подходит и говорит: «Саша, вы знаете, я всегда любила эту песню в вашем исполнении, вы по-настоящему спели Арика», ну и так далее. Все как-то вот так меняется. «Заморозки». Лес тихо замер у сонной воды.
Бакинщик выгонит бот, Богу речному лампаду зажжет. Что-то прошепчет костряная тыки, может, про белые заморозки. Грустно, наверное, птицы правы, что-то по осени сами росли. Видно, коснулись моей головы заморозки, заморозки, заморозки. Листья в реке, желтые паруса. На стихи Геннадия Шпаликова. Мы сейчас попробуем это спеть. Совершенно, вы знаете, стихи вот ни о чем никуда, и вот, так сказать, народу их петь не надо, как все уверены почему-то. Вот народу нужно петь кич, тогда все будет нормально. Да ерунда это все, конечно. Вот тончайшие стихи, ну вот мы сейчас попробуем их вам спеть, прочитать, проговорить. Без названия, мы по первой строке ее называем «Была бесснежная зима», ну и... Ну вот что-то такого блюзового, такой московский блюз немножко, может быть. Гостей нечаянных морозил. На подоконнике снежок, зима, зевота, понедельник. И на дорогу пасашок, математически разделен. Прощай, оденусь потеплей, вокруг меня зима большая, и я надеюсь, что теперь уж мне никто не помешает. От всех зимой отгородясь, прожитье оставив денег, надеюсь расписаться в сласть до одури, до обалденья, до той зимы, до февраля, до комнаты и снегопада, где танцевалась от нуля, и танца лучшего не надо. Была бесснежная зима, тянула человека к прозе, туда, где комнату снимал
гостей нечаянных морозил.
Ансамбль, если он получается, наверное, и есть идеал творческого и человеческого содружества людей. Потому что от участников требуется все. Взаимное доверие, взаимное недоверие, взаимное самоограничение, забота, жесткость, умение уступать и не уступать, и многое и многое другое. Теперь я уже не очень и руководитель. Просто моих песен пока больше в репертуаре. А так называемое руководство давно уже блуждает между нами, и каждому достается. Мы, наверное, человеческий ансамбль, а потом уже певческий. Наверное, не идеальный. Ну что же, мы еще идем. Но мы уж не команда, мы не группа, потому что это все совершенно иные качества. Термин «единомыслие» не то что принять, понять-то не можем, что он означает. Едва ли не единственное сходное в нас, абсолютно не можем делать то, что не по душе, что не нравится. Стыдно номер отбывать. Нельзя участвовать в том, что нам кажется мертвым. Наверное, это от природы. И вроде это осложняет жизнь. Но разве не осложняет жизнь, если душа задыхается? Душа нам важнее. Кому это смешно, тех жалеть поздно, и не нам. Поем песню, начинающуюся с таких строк. Поднимемся наверх, где небо в двух шагах. Не сетовать навек, не думать о врагах. Да, куда-то туда тянет, повыше, где, может быть, сплетаются все ветви. И еще тянет куда-то вглубь, где, может быть, срастаются все корни. Первородное томит. Первородное. Или вот так ощущается нами естественная иррациональность русской жизни. Постоянно чувствую, что моя жизнь нуждается в оправдании. Перед теми, кто любит меня. Перед теми, кого люблю я. Ну и перед небом, разумеется. Но сначала все-таки перед любящими. Люблю Фета. Учись у дуба, у березы, он пишет. Это что, риторика? Я не знаю. Но пытаюсь учиться. Разве дерево растет по заранешнему плану или чертежу? Нет. Но ведь какая-то скрытая сила и идея в нем есть. Вот, полагаясь на чутье, и пробуем выращивать наши песни и уроки. Это потом будем рассуждать, что и как произошло потом, но сейчас 7 раз отмерь тоже было внутри. Может быть, так душа отмеряет. Хватит ли желания, жажды, осторожности для непрерывного и теплого и долгого участия? Ведь интересно же, когда из ниоткуда начинает проступать неожиданное. Будет ли оно похоже на предчувствуемое, никто не знает. Жизнь жива. Многие легко и с готовностью почему-то отступаются от сказанного, от намерений, от ожиданий. Я уж не спрашиваю, почему, я спрашиваю, как удается-то. Люди дорогие, драгоценна любовь, до слез дороги сыновья. Необходима надежда и искусство, являющееся вдруг из сверкающего хаоса. Вот живое как-то учитывает друг друга. Великий испанец Лорка пишет, настоящее искусство, настоящая поэзия – это любовь, мужество и жертва. Мы переводим это на русский язык, и у нас получается широта, терпение и любовь. Вот и буду любить, надеяться, терпеть. Не буду всех уговаривать, что они такие же, как все. Буду снова и снова пробовать петь, писать стихи, чтобы, если есть такой дар, дожить, долететь до красоты. Авангард конца 80-х взял и объявил, что человеческое «я» кончилось, мол, не выдержало. Остались только структуры, структуры. У меня впечатление, что от растерянности кто-то проговорился и сделал нечаянное самопризнание. Хотя это все очень смешно. И сходится с тем, что мы втроем здесь все сходимся. Для себя называем эстетикой сумасшедшего дома. То, чем мы занимаемся в искусстве, я уже лет 15 назад называл современным народным искусством города. То есть это попытка вернуться или пробиться к чувству культуры, к народному чувству культуры, когда песня, танец, роспись на стене и музыка являются незаменимыми частями жизни, а не развлечением, не отвлечением, не услугами и потреблением. Что такое душа? Это связь с абсолютом. Вот и хочется таких абсолютных происшествий в жизни, в искусстве, в любви, в которых сплавляются этика стихии и эстетика красоты.
Ну или, если хотите, наоборот, этика красоты, эстетика стихии. Что такое этика красоты, не знаю. Может быть, вдохновение в какой-то безумной степени. А может быть, просто то, что без красоты жить нельзя. Без нее жить не так называется. И вот откуда-то, откуда это смутное чувство, что мне, нам такое, возможно, обманчивое, может быть. А вот читаю Валентина Белецкого. Не обмануть тепла брюзжанием рассудка, касание руки, касание луча. И вот он, этот край, где сладостно и жутко осмысленная жизнь творится сгоряча. А, радуюсь я, и ты о том же, слава Богу. И не думать о врагах, и не больно-то доверяться веку и эпохе. Да что они такое, в конце концов, если вот он, этот край, где сладостно и жутко. И, может быть, вот здесь где-то мной, нами услышится песня, которая станет частью всеобщей жизни, облегчит чье-то горе, и петь которую станут по естественной необходимости души, потому что пение – инстинкт ее. Инстинкт ее самосохранения. Я очень люблю слушать, как поет Ирина, потому что в ее голосе, помимо того, что она поет, какое-то ясное и необъяснимое нечто. А многие слушатели так и уверены, что зовут ее Надежда. Вот у нее какой голос. А уж эти вожди фальшивые, а дивы эти в кокошниках и оскалом, который кому-то кажется улыбкой, а эти налетевшие саранчой заморские проповедники, прохиндеи, это пройдет. Ну, может, с некоторым уроном, но пройдет. Конечно, не любить проще. Конечно, уродливые и неуязвимые. Конечно, жизнь коротка и не сбывшаяся томит. Ну и что? Вот и говорит мне как-то Белецкий. Знаешь, Саша, я думал сначала, что моя жизнь – часть общей. А теперь я чувствую все наоборот. Вот как просто. Вот и выбираем, люди. Философия ирония, философия горя, философия надежды, философия дурдома, философия радости. Выбирайте. Господи, думаю я, сижу и думаю я опять ночью, Господи, думаю я, да взять бы и сказать, люди дорогие, да можно же, понимаете? Можно жить изо всех сил, в лад с душой, можно любить прямо по Лермонтову, сильно, пламенно и нежно. И не хочу я здесь никаких цитатных кавычек, да вот прямо сейчас, вот здесь и теперь, потому что откладывать-то куда? И чтобы услыхали, и не подумали, будто у меня не все дома. У Михаила Анчарова один герой, Зотов, перед смертью говорит, я прожил жизнь, мне не понравилось. Разве не хочется прожить, чтобы понравилось? Разве нет? Вот этот вот человечек, Анчаровский, когда понял, что сказал, раздумал умирать, дальше стал жить. Ирина Белецкая и Валентин Белецкий. На стихи Дмитрия Мережковского «Парки». Будь что будет, все равно парки дряхлые прядите, жизни спутанные нити. Ты шуми, веретено. Давно трем богиням, вещим прахом, было прахом, будет прахом. Ты шуми, веретено. Нити вечные судьбы тянут парки с кудели, без начала и без цели склоняют их к мольбы. Не пленяет красота. Головой они качают правду горькую, дышают и поблеклые уста. Буду гадя причины роковым узлом от века, в слабом сердце человека правда словью сплетена.
войны. Я же уста крою лбу, а рассечь узлов не смею и распутать не умею. Покориться не могу. Пусть что будет все равно. Давай споем романс. Какой? Ночь светла. Да ну его. Нет. Ирина, вы проголосуете. Ты за кого? Я за романс. Еще бы. Нам-то вместе ехать, тебе отдельно. Я сейчас возьму слова. Не надо. Да не надо, зачем они тебе, Господи? Это значит, вот так будет называться забытый романс. Полузабытый. Той, кто поет. Нет, я возьму. Не ходи, не надо. Я тебе буду подсказывать. Нет, ты мне все испортишь, я вообще все забуду. Я буду подсказывать. Не, не надо мне подсказывать. Слушай меня. Такой отрепетированный конференц, да? Да, там просто, там твое-мое. Вот когда я говорю, значит, мое, значит, это мое. Ты на меня не переводи, поняла? Вот так и пой. Там, а тебе милый друг, значит, а тебе милый так и пой. А меня милый друг не пой. Ты не кричи, кричи. Тут стоять надо, вместо насадиться вообще. Ну и сядь. Тихо светит луна и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен твоих не поет соловей. Под луной расцвели голубые цветы, сердце моем пробуждают мечты. К тебе в грозах лечу, твое имя шепчу, милый друг, нежный друг, о тебе все грущу. Какой успех!
Еще одна очень важная для нас песня, которую мы очень давно начали петь. Мы впервые ее на сцену выпустили в 1978 году. И называлась это «НЭП-78». И нас очень долго спрашивали, почему НЭП? Ну теперь уже не будете спрашивать, почему НЭП, да? Вот «НЭП-97». Это сейчас мы весь реквизит вынесем на сцену, который мы приложили к этому большому вечеру. Все эскадрили. Сначала первый, потом второй. У нас так было и 20 лет назад. И... Жизнь, в общем, не изменилась для нормальных людей. Если ты забудешь, извините. Я говорю, приседай. Начинай. Несёт и подожжёт за занавесками мелькали рук. Здесь остановки нет, а мне пожалуй, стажёр обдум, обу самый лучший друг. Здесь остановки нет, а мне пожалуй, стажёр обдум, обу самый лучший друг. Охотник сумерка колышет гривами, автобус новенькой спеши. Ах, Надина, денега мне бы за двугри, именно на любую сто орну твоей души. Ах, Надина, денега мне бы за двугри, именно на любую сто орну твоей души. Она в спецовочке, да, такой промасленный, да, рыть не вызревает, да, такой на ней. Ах, Надина, денька мы будем счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надина, денька мы будем счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Я знаю, вечер ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим парнем. Ах, Надя, божевость коней, кнутом наш челкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, она в спецовочке, промасленной, 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 такой на ней. Счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Корочкой несет и под жаристой за занавесками мелькали рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуй, стажёр обдум, обу самый лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуй, стажёр обдум, обу самый лучший друг. Когда, значит, особенно первый раз пели у него дома, вот, и, ну, у нас же, в общем, мы сегодня далеко не все поем, ну, просто некоторые песни уже не поются, понимаете, ну, маловато у них все-таки уже, такое тоже есть. И мы, конечно, думали, что с песней, был шел, что, значит, и вот очень долго редили вот про НЭП, и потом говорим, нет уж, поскольку нам эта песня важная, она же, на самом деле, не такая глупая, да, как кажется. Кто? Да, Наденька, умная такая девушка, знаете, как... Вот, ну спели мы. Он сначала вытащил глаза, растерялся, потом повалился на диван, схватился за голову и хохотал, задрав ноги. Ну вот была песня, которую мы спели, а он ее не принял.
И вот это правда, единственная песня, которую мы спели, а он ее не стал. Сказал, что Саша, вы знаете, вот здесь не согласен. Это песенка об Арбате его. И поэтому мы сегодня ее петь не будем, но вечер был так удрово, без Арбата нельзя. И мы споем вот мою песню на стихи Дмитрия Кедрина «Остановку Арбата». И тем, кто хоть как-то знает стихи, я напомню, значит, что есть у него стихотворение такое. Но песня 31-го трамвая спасли остановку и филей, звучит у нас в ушах, не отставая. Да, вот. 31-й трамвай, это как раз где мы там жили. Вот, и вот об этом же 31-м трамвае, собственно, и песня, стихи Дмитрия Кедрина, поэтому немножко сходится. Мы сейчас попробуем спеть вот такую арбатскую песенку, но я думаю, что... Ну, кстати, мы же ему пели. И вот тот снимок, который вы видите на вашем билете, он сделан на нашем концерте в ДК «Медиков» в 89-м году, где Влад Шалыч был вместе с Ольгой Владимировной. Вот, и мы там пили вот «Остановку Арбат», и все, и потом у нас был очень горячий долгий разговор, и в частности вот по поводу вот этой вот песни арбатской, что она ему очень понравилась. Вот. Но свою песню вот в таком немножко вот чуть-чуть синкопированном виде он не принял категорически. Ну, в общем, не имеет права. «Остановку Арбат». Остановка у Арбата.
был 84-й год, 64-й, как сказать, да? Он тоже был на трону. Была замечательная совершенно праздничная такая и многочасовая установка в гармошке нашей. Теперь она уже отдана не на откуп и растерзание совершенно другим, да, людям. Вот. И там, значит, вот, проходило 60-летие, было так вот жалко. А он еще перед этим немножко болел, уже неважно себя чувствовал, но согласился. По-моему, это был июнь, да? Если я сожда? Да? Да. Нет, июнь. Или май? Май. А? Нет, люди миленькие, вы меня простите. Значит, день рождения — это одно, а вечер — это другое. То, что он родился 9 мая, это даже верно. Да. Да, как я там... А сам вечер был в июне, в самом начале июня. Вот. И, ну вот, мы тоже там, значит, участвовали, насколько я знаю, достаточно прилично, все. Вот, и заканчивается вечер, и Балатов уже выходит на сцену, а мы стоим так сзади, вот таким большим каре. Значит, и, ну, конечно, овация там какая-то немыслимая, и все. И я посмотрел на него вот, впервые вот в таком, вот стоял худеющий совершенно человек, какой-то тоненький пиджак на нем был, какие-то вот такие поджатые птичьи прибы, ну, как-то вот он переминался с ноги на ногу, и у меня что-то такая какая-то острая, какая-то, ну, в груди какая-то заболела. Значит, понимаете, не знаю, там что там, мышцы, там ноты, что. Думаю, господи, как вот этот человек вот все это смог, понимаете? Да. Ну, я думал, что все это пройдет бесследно, однако прошло время, буквально там что-то недели, две или три, и мне приснился сон, что сидим мы с Владом Кудрявой за сценой в кулисах этой самой горбушки, и он мне поет вот эту песню, которую я сейчас спою. Я проснулся и записал ее, то, что успел, понимаете? Вот, и, конечно, посвящаю это ему. Жизнь голубая. Теперь слово «голубой» придали значение. Я думаю, что все это вздор собачий. Голубые небеса, ничего с этим не сделаешь. Голубая наша земля, если смотреть на нее. А все остальное это пройдет. Жил шар голубой, сын тьмы голубой, где кругом ни души, ни привета. Ах, кто он такой? Почему голубой? И что его носит по свету? И чем же все кончится это? Ведь он, поглядите, живой. А на шаре на дно, в дыму голубые грома не стихали, черна там земля и желтые поля, и реки, как слезы, стекали, и алые птицы летали. Все вместе и будет земля. На земле голубой человечек живой, жизнь ему голубой не казалась. Над ним ветер свистел, человечек болел. Кругом ни души, ни привета,
Ах, кто он такой? Ах, кто он такой? Почему голубой? И что его носит по свету? И чем же все кончится это? И есть ли еще кто? Николай Иванович Рябкин, один из величайших русских поэтов 20 века. На мой взгляд, ну вот, наверное, наш. Да, я думаю, что это вот. Вряд ли, да. Там сомневается. Да, да. А его великое стихотворение бабочка белая, кто бы родил нас, опять не умрет никогда. Ай, летела песни. В частности, вот «Звезда» появилась в 1984 году, летом. Вот. И в это же лето, это мы собирались ехать на БАМ. Вот. Я не поехал, я сказался больным, потому что на БАМ, ну что. Ну, я потом, правда, возместил все дело рассказом, как мы туда ездили. Вот, значит, и... Как мы втроем туда ездили. Да, они ездили вдвоем, а я рассказывал я потом, как мы втроем ездили. И вот в это же лето, тоже перед этой БАМовской поездкой, приходит, значит, ко мне, значит, Березки однажды и говорит: «Саша, вот у меня тут кое-что». Люди миленькие, вот сейчас вы будете слушать. Вот. Это, у нас это произошло в 1984 году. Белецкий принес спетое, по-моему, блистательное стихотворение Якова Полонского. Вот. «Сатар». «Сатар» – это народный певец персидский.
Керам – это певец любви, народный певец любви в персидской поэзии. Сатар, сатар, твой плач гортанный, рыдающий глухой, молящий дикий крик под звуки чианур и трели барабанной. Мне сердце растерзал, и в душу мне проник. Не знаю, что поешь, я слов не понимаю. Я с детства к музыке привык совсем иной, но ты поешь всю ночь на кровле земляной. И весь Тифлис молчит, и я тебе внимаю, как будто издали с востока, брат больной. Через тебя мне шлет упрек или ропот свой. Не знаю, что поешь, быть может, песнь Керама, того певца любви, кого сожгла любовь, быть может, к мести ты взываешь кровь за кровь. Быть может, славишь ты кровавый меч ислама, те дни, когда пред ним дрожали тьмы рабов. Не знаю, слышу вопль, и мне не нужно слов. Сатар, сатар, твой плач гортанный, рыдающий глухой, молящий дикий крик под звуки чианур и трели барабанной. Мне сердце растерзал, и в душу мне проник. Сатар, сатар. Сейчас хотим спеть одну песню очень дорогого для нас поэта, да и мыслителей, конечно, но нам больше дорог как поэт. Я категорически отвергаю это, значит, хамское название «Русский Сведенбург». Это, конечно, Даниил Андреев. Вот, великий человек, что там говорить, потрясающий поэт. И первая его публикация была в «Новом мире» в 90-м году. И вот, это стихотворение называлось, значит, «Баллада о полузабытых». Я когда ее прочитал, вы знаете, я моментально понял, что все, мы это будем петь обязательно. Кошмар, там страшная энергетика, там растрепанные длинные строки. Но при этом он выговаривает такое, ну вот баллада о полузабытых. Нас, может быть, тоже забудут. Ничего страшного. То, что ты делаешь, остается каким-то образом. Но даже если не остается. Вот на радио у нас был вопрос, там к нам задавал наш замечательный Александр Кагарлицкий, это один из ведущих работников радиостанции «Резонанс». Он делает с нами вот беседу о русской культуре. Уже это года три длится, мы, наверное, около 20 передач сделали. И вот, Александр Кагарлицкий, а вот какой вот итог вот того, что вот что вот вы сделали? Даже если это никому не нужно, но я без этого жить не могу, я все равно буду это делать. Я не знаю, зачем. Просто у меня без этого жизнь не состоится. И вот я думаю, что Даниил Андреев вот в этих вот героях вот этого стихотворения имеет в виду тех же самых. Не до славы. Жизнь идет, успевать надо много. А работы просто страшное количество. Баллада о полузабытых. Народная память хранит едва деяния и слова.
тех, кто ни почестей, ни торжества не пожинал из коней. Громом их доблести не сотрясен сумрачный строй времен, дальним потомкам своих имен не завещали они. Есть безымянность крупин песка, винтиков у станка, безликость капель, что мчит река плещущего бытия. Их миллиарды и в монолит всякий с другим слит. Этому множеству пусть кадит гимны другой, не я. Но есть безымянность иных свинцов удел безвестных борцов, вседневных подвижников и творцов деятельной любви. Встань перед ними, воин, поэт, славою мира одет. Перечень звучных своих побед надвое разорви. Эти прошли города и поля со множеством жизнеля, врачи, священники, учителя, хозяйки очагов. И лязгая сдвиги, эр не сотрут их благодатный труд. Ни тирании, ни демоны смут, ни ложь друзей и врагов. Пусть мир не воздаст ни легендой им, ни памятникам гробовым, но радость нечаянную живым они бесшумно несут. Они проникают в наш плотный быт, он ясен им и открыт, их теплым участием одет и омыт. Круг горьких наших минут. Никто не умеет их путь стеречь, никто не затеплит свеч, никто не готовит богатых встреч, никто не скажет спасибо. Но жаль, что туманная старина укрыла их имена, когда-то в промчавшие со времена, звучавшие на Руси, когда-то в промчавшие со времена, звучавшие на Руси. Народная память хранит едва деяния и слова тех, кто ни почести, ни торжества не пожинал из коней. Громом их доблести не сотрясен сумрачный строй времен, дальним потомкам своих имен не завещали они. Мы хотим спеть известную довольно, ну вот, вот в некоторой среде песню, и вспомнить еще одного человека хорошего. Я имею в виду Геннадия Федоровича Шпарикова. Песенка об осеннем лесе. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются, но лишь осенние леса. Прекрасен ты,
теперь охота перед сельку на перерез. Твои осенние болота, товарищ, дал мне сапоги. Размеры наши совпадают, подарок с дружеской ноги. Теперь в болоте пропадает подарок с дружеской ноги. Прекрасен ты, осенний лес, какая уж теперь охота пересеку на перерез. Твои осенние болота останется неразговор, и не обиды по привычке. Дорога лесом к электричке. Эту песню я сочинил в 1975 году. Вот. И я очень люблю сказать, что мои партнеры через 12 лет уже созрели. И мы в 87-м мы запели вместе. Вот так у нас все быстро происходит. До гениальных произведений дорастать надо. Да, да. Но не до такой же степени медленно. Не до такой же степени гениально. Вот. Молодец, здорово. Наконец-то все сказал. Что не скажешь сгоряча-то? Наполняется росой, росой.
до утра вдвоем. Зачем уходит эта ночь и наполняется росой рассвет.